Ты как? Готова? Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать! Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дел. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты! Excelsior? Это пакет услуг, разработанный для наших премиум-клиентов. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. Декс прям расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Excelsior. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Не радуйся раньше времени. М? Мы в нее пока еще не въехали. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блять. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ёбаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через Кампеки. Ви, позвони Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Слышу тебя нормально. Супер. Ну что, похоже, все работает? Сэрами Хоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Ханна, вперед? Погоди, я возьму болта. Угадай, кого я сегодня возил? Мы приехали, Бак. Еще раз, бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки, который... Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Как скажешь. В второй машине ехал ее личный физиотерапевт. А в третьей... Естественно. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному.
Без проблем, брат. Сэр. Круто. Завидую. Простите. Небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Мы торгуем оружием. Простите? Вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Прошу. Йокосо, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метаки из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. О, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Ханна. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Ханна? Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Модель в мире. Никого я не подцеплял. Я ее покину. Прямо с показа на Буэн. Не знаю, брат. Как-то он жестко с этими девчонками. Я это топ-куклы. Они ничего не... Неплохой у них тут бар. А я до конца... Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Блять. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда мести, когда мы завершим сделку. Я туда загляну, если ты не против. Черт! Я с этим чемоданом как торговый агент на выезде. Пойду наверх. Что, уже? Может, еще посидим? Ну что, нормальная маскировка? Как я выгляжу? Не ожидала, что скажу это, но, по-моему, неплохо. Знаю, под лицо все к лицу. Ты можешь нормально сказать, врал он или нет? А ты сама как думаешь? Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантао. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на нашем... Ну что, мы пришли! Номер Лазурь! Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, ме куэрдо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О, нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов.
Система исправна, заряд 100%. Мерда! Застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. На. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть людей из домов, из офисов. Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон, мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Так, Болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано «Для милой уборщицы». А внутри еще. Простите, что прибавил работы. Есть проблема. Кровище было что еще? Ну, хотя бы у меня тут уборщица стоит. Блин. Надо ее отвлечь. Мне максимум, что попадалось. Давай посмотрим, что там в сети. Сейчас, гляну. В этом мире. Панель управления на террариуме. Вряд ли пригодится. Думаешь, он свободен? В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Ну этот красивый, богатый. Да, то, что надо. Богатый, высылай туда болта. Смотрит всегда так игриво. В Тинхаусе живет. Юринобу Арасака? Такие, как он, всегда свободны. Костюм-то у него крутой, но в душе он путешественник. В смысле, по бабам ходить любит. Ха. Я бы согласилась с ним спать, даже если бы он об меня ноги вытирал. Ты лучше стекло нормально вытри, подруга. У тебя... Кэт? Там что-то с террариумом. Бак, сработало. Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Что вы можете выбрать? Ви, подключай болта к креслу. Демоны, это круто! Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть Кампеки. Можешь выйти из системы. Асэс комасэ асэ! Ну ты как? Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Ты здесь, Бак? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Как думаешь, почему он отказался? А? Кто от чего отказался? Юринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер,
и все это бросаешь. Чтобы собрать банду, стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью, одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Ты же сделал то же самое. Прибился к Валентино, пострелял немного, а потом ушел. Это совсем другое дело. Хейвуд, это тебе не дворец в Японии. У меня не было выбора. Я за это заплатил, если ты помнишь. 3 пули в грудь, одна как будто до сих пор в легком. Не сравнивай меня с этим, Ихо де Пута. Турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто. Шоу начинается. Эй, Бак, а ты-то... Че, все время была на связи? 3,5 часа. Слушай, насчет твоих бонов. Чьих твоих бонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужи мое прощение. Ну, пока все идет гладко, да? Да? Чувак, да ты прямо оптимист. Да? А тебе что ни скажи, ты во всем видишь только негатив. Говорю тебе, самое трудное позади. А чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Смешно, да? Боже правый. О, неплохо быть наследником самого императора. Аж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание, сейф. Только быстро. Эй, а что за спешка? Йори Нобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работать. Он там, под полом. Ищите переключатель. Ты смотри-ка, выдвигается. Иди сюда, Ви. Юринобу оставил нам прощальный подарок. Не фонтан, конечно, но сойдет. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. К нам кто-то летит. Бак! Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. 200 человек, не меньше. Не нравится мне это. Ты долго еще идти? Черт, Йори Нобу идет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть! Круто! Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Стоп, нельзя. Йори Нобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Мы успели. Проблему это не решило, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Импосибле. Это что, Адам Смешер? Охранник. Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака?
Император? Еще одна ебучая легенда. Шшш. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Куби вот скуманеды куретты и тадаро. Мьерда. Шшш. Азуш, ты уже. Арасака-сама. Мада будет чеку гао ватеймасен. Ватаси но муску да. Рей но моно кайшу шимашо ка. Ватаси га яру. Итте уже. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Атаси на кизуканай то демо умотта но ка? Сомо-сомо, оре но кото о ки ни шита кото нанка най даро. Анта но мондай тен ва соко да. Сека ва дживен чушин ни маоватэру то омоттэру. Гома да ё. Йоринобу. Доште кокое? Джики-джики ни оре ни куцучеку ва джавасе. Тачиба омои ширасэру таме ка? Дэру куя утарэру то ёку ю даро. Дживен но котоба джа нани мо энай но ка? Кисама косо, дживен га нани о сио то шита ка вакатте иру но ка? Ватаси тачи но косеки о ябан джин ни ватасу надо. Ватаси тачи но мирай о. Оре тачи но мирай. Оре тачи. Нанко но мачигай даро. Анта ва дживен но кото шика кангайте най. Соште коно кайша но кото шика. いつかこのような日が来ることは分かっていた。 貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。 これまでお前の愚行には目をつぶってきた。 だがそれもここまでだ。 この裏切りだけは決して許せぬ。 貴様の母親が生きていなくてよかった。 息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。イバノツ、これでもう誰のことも許す必要はない。<笑><笑> Блядь! Ну все, нам пизда. Я хочу... Хочу полностью заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! В Камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Нану савагидес. Дарекага. だれかが父にどこを持った。どこを。そうだ。ユリノボさん、しかし。竹村、お前のお仕事は何だ。何のお話です。単純な質問だ。答えろ。荒崎家の家長を守ることです。今後はもっとしっかり責任の果たしを望んでいるぞ。お許しください。アラサケ様。
Что там у вас вообще творится? Юринобу придушил Сабура. Что? Вот, блять, собственного папашу. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Бак, вытаскивай нас отсюда, быстро! Секунду. Нет у нас секунды! Сука! Да, есть кое-что. Давайте в окно. Сабура, мать его, Арасаку убили. Я давно так не охуевал. Открываю. Там есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Бак! Диус Санто Бендито! Ты больше нет! Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Посмотри за углом. Все нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Бля, как высоко-то. Бля, это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Чинга-дамата! Секреты будут грехнули уже. Пора валить! Вот черт! Еще бы немного. Его пробили. О, Мадрес, это херово. Джеки, ты ранен. Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он разрушается. Караху. Звони, Паркер. Быстро. Чтобы рассказать про наш проеб? Звони давай. Ви, кампеки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокис поврежден. Целостность чипа. Джеки! 86! 86% и падает! Черт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Ты понимаешь, что говоришь? Чип нельзя изолировать. Он должен находиться в безопасной среде. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Дел, мы будем через пару минут. Приготовься. Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри, у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. О, Россия. Класс. Теперь уходим отсюда. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный Обходим уровень этаж. Опасности. Чисто. Просим не покидать Принял. Свои адреса и выполнять все чисто. Спустимся Где вниз Зачем сюда и снимем их по-тихому. Спецназ? Они в фойе. Скоро начнут прочесывать этажи.
Ви! Блин! Нас засекли! Не жалей никого, слышишь? Целься в голову! Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Понеслась! Обнаружены враги! Открываю огонь! Сейчас! Всех обнулим! Устранить! Огонь! Огонь! Перезаряжаюсь! У нас потери! Лучше уёбывайте! Слышите меня, Коньос? Внимание! В камбэке плана... Чингана Матра! ...опасности. Просим не покидать... Приближаюсь к цели! ...и выполнять указания персонала. Контакт потерян! Патронов нет! Надо перезарядить! Очень странно. Сейчас начнется. Перезаряжаюсь! Заходи с фланга! Сейчас я ее отрежу! Молодчина! Одну секунду! Вот это я понимаю! Выкуриваем! Чингана Матра! Что? Сабура Арасака. 150 лет жил. А сегодня, именно сегодня, финита, бля, комедия. По-твоему, это смешно? Да, смешно. Наверное, печень накрылась. Да игрался. Ты не грусти, Ви. Мы выберемся. Да, ты так в этом уверен? Слышь, не срывайся на меня. Я же вижу, как оно все. Огонь! Но! Быстро, быстро! Пусть подходят, твари! Я никого не боюсь! В твоих интересах. Вылезай давай. Держаться вместе! Принято! Огонь! Погоди! Я его не заряжу! Тебе вот конец! Охренеть! Мы и так по уши в говне еще и сейчас всех обнулим. Эх.
Вот же уроды. Рана открылась. Выходи, не бойся. Мы тебя не тронем. Откуда взялся этот лимузин? Хороший вопрос. Я не знаю. Советую вам обоим немедленно сесть в автомобиль. Перезаряжаюсь! Соломейн, газуй! С возвращением. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Проблемы будут, если ты не увезешь нас нахуй! Неплохо. Отзыв клиента учтен. Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный насрал! Соломейн! Активируй боевой режим. Сохраняйте спокойствие. Да ладно! Проезд заблокирован. Мизуэлос! Твою мать! Есть подозрительная активность. Автомобиль замечен воздушным судном противника. Я разберусь! Противник! Никак эти говноеды не уймутся! Воздушное судно противника ликвидировано. Ты молодчина, Дэл. Заказ выполнен! У нас получилось, Джек! Да, вроде того. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Вези нас к Криперу прямо сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Срать на твои права! Делай, что я говорю! Ничего, Ви. Я выдержу. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Мы теперь будем брать только самые жирные заказы. Слышишь меня? Да. Ты разбогатеешь, Чика. Я знаю. Нет, Джеки, мы разбогатеем. И я, и ты. Биочип. Не потеряй. Ради меня. Мистер Уэллс скончался. Куда доставить его останки? Что? Пакет Excelsior гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Он хотел бы быть со своей семьей. Ближайшим родственником мистера Уэллса является Гвадалупе Алехандро Уэллс, владелица бара «Эль Койота Кохо». Я доставлю его тело в целости. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. Пусти. Тебя ждут. WNS, 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Да, он там. Он мертв. Соболезную, подруга. А где чип? У меня с собой. Хм.
Этого я и боялся. Что? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Надо уезжать из Найт-Сити. Да ладно. Звони, Эвелин. Закрываем сделку, забираем кассу и исчезаем с радаров. Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Забираем у Паркера нашу долю и уезжаем из города. Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Ну ладно. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь, Декс, наш первый разговор? Ты ёбнулся! Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей славы.